Россияне, подумайте, вот вы говорите, в Украине гибнут люди, в России гибнут люди. Точнее, не так. В Украине гибнут люди, россияне тоже гибнут. Так? Сегодня погибло 16 мирных людей. И я не знаю, сколько погибло российских солдат, так? Но если бы ваши российские солдаты не были мобилизированы, украинцы бы не погибли. Представляете, вот откуда идет зло? Знаете, как джин, ну как это, помните, это по три кувшин, и джин выскочит, да? Ты трешь кувшин, джин выскакивает, ну это солдат, российские солдаты, и начинает в сторону Украины. Если их запрятать обратно в Россию, украинцы умирать не будут.